Здравствуйте, с вами сегодня Место Жизни. Сейчас я на улице, под навесом, тут немножечко дождик льет. Вот, поэтому заранее говорю, буду снимать катку, вернее, входку с перегруженным бетом на 400к. Максимум для этого я загружал на 300 или даже 200, но мне попалось очень много хорошего товара, именно вот этих третьих капюшонов, поэтому сегодня будем их продавать, надеюсь, не сольемся. Ну, смотрите, пишется, что на любит, значит, в принципе, более-менее безопасно, я лучше пройду своим таким маршрутом обычным. Черт, вижу игрока, это вот для меня уже, в принципе, опасно. Еще одного, ёлы-палы, ребят, мне страшно. Вы что, издеваетесь? Сколько вас здесь вообще бродит, а? Что, других путей найти не можете? Черепов нет, черепов нет. Но быка мне, конечно, покоцали. Да ладно, я не там зашел. А, нет, там. Это такой, ребята, проход, прикиньте. Просто жесть. А, нет? А где он тут? А, вот вижу. До сих пор ноль агрессивно настроенных игроков, так что надеюсь пройду. Ходка на 450 тысяч где-то. Ну не 400, просто 14 считайте, мои шмотки стоят. Быка я взял, кстати говоря, третьего тира, хотя я купил четвертого за 40 тысяч, так что типа да. В предыдущем ролике я говорил, что быка я купил за 390 тысяч, ну, короче, тупанул. На самом деле купил за 40 тысяч, ошибся ценой. Как говорится, от обоих захочешь убежать, не от обоих не убежишь, все попадут. Ну что ж, мы главную такую опасную зону преодолели. Остается только такая, где можно пробежать через потаенные пути. Людей агрессивно настроенных ноль, так что и черепков нет, значит все нормально. Пожалуйста, не убивайте меня, судари. Мы уже вот-вот добегаем, так что нам тут полпути осталось. Знаете, это я сейчас вот, получается, сегодня какой день? Суббота, да? Суббота, раннее утро, гангеров нет, потому что все только с работы. Вот, сегодня вечерком будет очень много гангеров, я думаю, поэтому буду ходить в дикие минуса, так что сейчас такой плюс решил себе сделать.
В подземелье один агрессивно настроенный игрок, но надеюсь, что он нас не убьет. А, уже ноль. Что-то, видимо, нас сегодня все боятся. Все, пару метров, и мы уже на выходе. Все, отлично. Теперь, по сути, все закончилось. Назад, на самом деле, я путь уже не буду показывать, так как питомец все-таки стоит всего лишь 7000, поэтому просто продадим товар и на этом закончим. Но я думаю даже переставить товар, который у меня уже есть, потому что ну, его почему-то не покупают. Нет, его покупают, но очень долго приходится ждать. О, ну вот заметьте, то есть вот, что я сказал, да, очень долго приходится ждать. Так оно, по сути, есть. Реально долго. Вот, к примеру, эти сандали ученые несчастные скупали где-то 18 часов. Отлично. Теперь можем смело проверять, что у нас тут вообще есть. Что-то есть, конечно. Количество маленькое, я думаю, скупит. Да и сандали ученого, который по 320 ставил, тоже уже скупили, так что все нормально. Кстати, говорится то, что умер. Абсолютно все предметы у меня тут поломаны. Сейчас я починюсь и... Так, где тут столик? А, вот вижу. Рядом с гильдейской лавкой. А, не гильдейская, это самая, с торговой лавкой. Ну, конечно, лучше не умирать в походе, как я. 49 тысяч, ребята. Жесть. Но закуп небольшой, конечно, поэтому дофига пришлось чинить, зараза. Ребят, не умирайте, пожалуйста, как я, окей? По сути, если так подумать, я уйду в плюс в любом случае. Потому что 40 тысяч окупается исключительно капюшонами, которые я буду продавать в 2,5 раза дороже. То есть капюшоны вот эти я купил по 370 где-то. Продавать я буду по 800-1000, так что нормально все. Вы что, рофлите надо мной? А какой он вообще левел чинит? Короче, видимо, ребят, меня не судьба, потому что я то ли дичь сотворил, то ли что, но у меня даже предметы не починились. Или погодите, я просто не подтвердил. Что за дичь? Ладно, секунду. Да, действительно, я не нажал подтвердить. Видимо, не скликнул. Что за это самое? А. Это что за ерунда? Объясните мне, что он делает. Надеюсь, сейчас не нажал продать все свои вещи за 49 тысяч. Нет? Окей. Ладно, сейчас проверим. Так, да, 100%, все, все починено, можем идти продавать. Так, вот теперь пытаемся...
Так, не понял, а где капюшоны, которые у меня были? 800 штук. Вы что, издеваетесь? А, нет, вот я их выставил только что. Просто не заметил. А тогда все нормально. А, то есть он же здесь не подается. Ну вот будет так идти по чуть-чуть окуп, пока не дойдет до 2 миллионов. А скольки там, короче, мне надо? 2 миллиона 250. Спасибо за просмотр, всем пока, ходка успешная.